Строительство музея началось еще в 2015 году. Первоначально построить здание хотели к весне 2018. Затем сроки были сдвинуты на 2019 год. Согласно новым данным, ввести музей в эксплуатацию планируется в октябре 2020. Однако уже сейчас внешний его вид оставляет желать лучшего. Это безобразие. Халтура. Музей все-таки. И надо делать качественно. Ну, знаешь, некачественно сделано. Реставрировать надо. После того, как с нового здания исторического музея начала осыпаться краска, некоторые горожане предположили, что такое состояние вызвано использованием некачественных материалов, либо халатной работой. Мне это не нравится. Здание абсолютно новое, а уже видите, какое, какая работа. Скорее всего, это некачественно сделано. Я думаю, это рабочие что-то, может, не так сделали. А так это Россия, это нормально. Надо делать качественно и хорошо. О том, когда будет совершен переезд в музей Рязанского Кремля, спросили регионального министра культуры Виталия Попова во время его отчета перед населением на площадке «Точка кипения» 17 октября. Если в 2020 году здание музея будет сдано, то к 2021 году учреждение переедет и приступит там к работе, пообещал он. Горожане надеются, что недочеты на фронтоне здания устранят гораздо раньше, еще до зимы этого года. Олеся Котровская, Григорий Глотов, телекомпания «Город».